На первом судебном заседании подсудимые, а это бывшие высокопоставленные сотрудники Рязанского управления ГИБДД, вели себя весьма уверенно, а порой даже вызывающе. До начала заседания экс-начальник областной дорожной полиции Александр Алфосов и его бывшие заместители Валерий Вышинский и Игорь Тесленко спокойно общались между собой, обращались с шутками к журналистам, советовали телеоператорам, как их нужно снимать. В начале заседания на вопрос судьи о месте работы Александр Алфосов заявил, что считает себя по-прежнему начальником Рязанского ГИБДД. После установления судом личности обвиняемых, журналистов попросили покинуть зал. Напомним, следствие установило, что экс-руководство областного ГИБДД в лице Алфосова, Вышинского и Тесленко принуждало своих подчиненных за деньги выдавать так называемые красивые номера, а также водительские удостоверения. Также деньги обвиняемые получали от сотрудников за общее покровительство и попустительство по службе. Кроме того, они получали взятки от предпринимателей за непривлечение их к административной ответственности и за выделение служебных автомобилей сопровождения при перевозке крупногабаритного груза к месту строительства. Всего же обвиняемым вменяется в вину получение взяток на сумму более 2,5 миллионов рублей.